Профессиональное обучение должно соответствовать запросам экономики. В техникумах и вузах необходимо усиливать специализацию. В этом году в Чувашии в учебных заведениях было предусмотрено более 10 тысяч бюджетных мест. Что нужно делать техникумам и вузам, чтобы подготовить профессиональные кадры для региона, говорили сегодня на расширенном совещании с руководителем Рособорнадзора Анзором Музаевым. В этом году, по данным Рособорнадзора, ЕГЭ по всей стране прошел, что называется, в штатном режиме. Не было серьезных нарушений, не вызывало вопросов и содержание контрольно-измерительных материалов. Знания школьники показывают действительно неплохие, число стабальников стабильно. И здесь важно, чтобы абитуриенты выбирали не только профессию по душе, но и ту, что будет востребована. Централизация системы управления образованием позволяет контролировать процесс получения знаний и навыков. Самое главное достижение этого года, я считаю, переход на бессрочную аккредитацию. Периодически, значит, доказывают, что та или иная специальность в вузе должна переаккредитовываться. То есть все, она перешла в ранг, переходит с 1 марта следующего года в ранг бессрочный. Вот. Но это не значит, что если будет что-то происходить плохое, да, это останется незамеченным. Сейчас аккредитация может быть приостановлена в случае, если мы увидим по различным показателям, маркерам, которые есть у нас, есть множество мониторингов, мы не собираемся новые сущности платить, мы будем видеть, что в вузе происходит что-то, идет что-то не так. Теперь это не носит циклический характер, и самая главная задача для вуза – не попадать в... исполняют все, значит, рекомендации.